Всем привет! С вами Алина Гав. И сегодня мы будем готовиться к празднику Святого Валентина. Мы будем делать шоколадное сердечко. Для этого нам понадобится, конечно же, сам шоколад, 2 шприца на 10 кубиков, распечатка, мама ее нарисовала в фотошопе, и пергаментная бумага. Вы также можете найти что-то в интернете и распечатать. Давайте приступим к процессу. Поехали! Тонкая работа, конечно, с буквами надо будет приловчиться работать, но думаю, у взрослых все получится. Может, более толстый шрифт больше взять. Конечно, надо, да, брать более толще шрифт и буковки, чтобы были подальше друг от друга. Это такой вот нюанс у нас получился. Я очень сильно устала, вот у меня еще, как видите, остался шоколад. Я сделала вот такое вот миленькое сердечко и надпись.
Ну вот, наши фигурки уже застыли. И они сами по себе уже видно, что у нас отслаиваются. Вот. Да. Что, будем пробовать отсоединять? Да, я хочу сначала вот это сердечко. И как вы видите, я тут черным шоколадом узорчики делаю. Изобретатель, художник на изобретал. Давай. Так можно брать любую формочку для печеньки. В общем, такая красота у нас получилась. Мы сегодня почувствовали себя настоящими кондитерами. Запах на кухню стоит просто божественный, с шоколадом, как на кондитерской фабрике. Очень-очень круто получилось. Я рекомендую вам всем, ну, хотя бы попробовать. Вы просто сделаете авторскую, уникальную, сладкую такую вот валентинку, сладкую открытку. Можно делать что угодно. Вот это вот очень даже смотрится с другой стороны. Она абсолютно гладенькая. Просто надо было учитывать зеркальность трафарета. Вот. Сердечко. А может... с формочек просто классно. Можно как даже... Настоящая конфета. И тут только краешки чуть-чуть подрезать. И, кстати, и классная идея для розыгрыша. Можно сказать, что это кусочек мыла и просто друзей разыграть, скушать его. Чем не идея? Просто супер. С вами была Ирина и Алина. С наступающим вас праздником любви. В общем, все в ваших руках. Счастливого вам дня, Валентина. А мы будем есть, кушать шоколад.